Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена Сирано вновь приветствует вас на сайте. Сегодня врачу реализовывать профессиональную потребность учиться стало намного проще, ведь все образовательные возможности, включая конференции, лекции, презентации, статьи, теперь есть прямо у вас дома, на компьютере или смартфоне. Цикл вебинаров для врачей первичного звена Ассоциации Сирано – это уникальная возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не выходя из дома. В 2021 году цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в то же время, каждую субботу и воскресенье. В 15:00 начинается курс «Нутрициология», поддерживаемый компанией Nestlé. 15:30. Курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Научный руководитель, профессор кафедры инфекционных болезней Татьяна Александровна Чеботарева. 16:00. Курс «Дентальная имплантация». Его ведут доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. 16:30. Авторский курс мини-лекций по кардиологии «Кардиологика» читает председатель Ассоциации Сирано Власова Надежда Леонидовна. 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы оториноларингологии». Курс ведут профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. В прошлом полугодии мы провели 9 тематических циклов по 32 вебинара в каждом. Каждые выходные к нам присоединялось более 4000 врачей различных специальностей, которые за свою активность получили более 80 тысяч кодов НМО. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии», научным руководителем которого является заведующий кафедрой неонатологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Андрей Леонидович Заплатников. 18:00. Курс нефрологии. Научный руководитель курса – профессор Станислав Викторович Мальцев. 18:30. Курс «Неврологии для педиатров». Научный руководитель – профессор Валерий Петрович Зыков. Дорогие доктора, мы благодарим вас за интерес к образовательным мероприятиям, которые разрабатываются специально для вас. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии», научными руководителями которого являются профессора Александр Сергеевич Аметов и Ольга Дмитриевна Остроумова. 19:30. Курс «Избранные вопросы хирургии и урологии», научный руководитель направления – профессор Юрий Юрьевич Соколов. В 20:00 начинается курс по педиатрии «Диалоги с профессором», который ведет профессор, заведующая кафедрой педиатрии Ирина Николаевна Захарова. Дорогие доктора, Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии вместе с нами. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. До встречи! Глубокоуважаемые коллеги, в государственной системе подготовки медицинских кадров основное место занимает качество ее, потому что от того, как подготовлен врач, будет зависеть качество оказания медицинской помощи и безопасность медицинской помощи. Это обеспечит здоровье нашего населения, и если говорить так уже глобально, то в определенной мере обеспечивает и безопасность нашей страны. Традиционным партнером Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в области организации образовательных мероприятий в системе НМО является Ассоциация врачей первичного звена «Сирано». И мы выражаем глубокую благодарность этой организации за поддержку. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, понимая, что все новое всегда вызывает опасения, трудности, заранее подготовила целую серию таких мероприятий, которые позволят более легко, комфортно практикующим врачам войти в новую систему профессионального допуска.
Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Добрый день, уважаемые коллеги! В одном из предыдущих видео мы говорили о динамических наблюдениях, о диспансеризации пациентов после имплантологического лечения. Сегодня разберем динамическое наблюдение пациентов после ортопедической реабилитации. Основными осложнениями биологического характера является разрушение твердых тканей зубов при вторичном кариесе, воспалении пульпы, поражении клевого пародонта. Процент снятия несъемных процессов в связи с кариозными нарушениями и разрушением опорного зуба колеблется в пределах от 23 до 50% от общего количества осложнений. Неудачные же исходы лечения в первые 2-3 года пользования несъемными протезами составляют 20%. К наиболее частым осложнениям при применении несъемных конструкций относятся разрушение цементного слоя в области края коронки, ее расцементировка и развитие кариеса с последующими осложнениями. Растворение цемента приводит к появлению краевой проницаемости под протезом и проникновения бактериальную флору. Нередко нарушение краевого прилегания связано не только с качеством фиксирующего цемента, но и с наличием промежутка между коронкой и пульцой зуба, то есть в случае зазора, в случае неполной посадки ортопедической конструкции. Таким образом, детальная оценка взаимоотношения края искусственной коронки с пульцой препарированного зуба будет способствовать уточнению патогенеза развития разного рода осложнений, обусловленных с одной стороны качеством изготовления протеза, а с другой состоянием твердых тканей опорных зубов. Результат стоматологического лечения – это положительная тенденция – отсутствие негативных изменений в полости рта на протяжении длительного времени. В одном из видео я уже говорил о том, что все, что мы делаем, мы стараемся получить благоприятный результат, максимально благоприятный результат в отдаленной перспективе. Не на какой-то короткий промежуток времени, а чтобы результат был стабилен в течение времени. Наличие в полости рта несъемных или съемных зубных протезов в значительной степени влияет на качество гигиены полости рта, так как создаются благоприятные условия для адгезии пищевых остатков. Неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта может привести к развитию и обострению заболеваний пародонта, слизистой оболочки полости рта. Кроме того, плохая гигиена сокращает срок службы зубных протезов, на которых зубные отложения появляются значительно быстрее, чем на естественных зубах. Поэтому всем пациентам с ортопедическими конструкциями необходима тщательная индивидуальная гигиена полости рта и гигиена протеза. Под индивидуальной гигиеной понимают тщательное и регулярное удаление отложений с поверхности зубов и десен. Личная гигиена полости рта имеет огромные преимущества, так как является массовым, общедоступным, эффективным для предупреждения заболеваний, а самое главное, еще и дешевым средством. Средства индивидуальной гигиены – это зубные щетки, ирригаторы полости рта,
зубные нити, ёршики для очистки межзубных промежутков, зубные порошки, пасты, гели, зубные эликсиры, жевательные резинки. То есть огромный выбор средств индивидуальной гигиены в настоящее время представлен. Я рекомендую все эти средства индивидуальной гигиены иметь в клиниках, иметь в зоне ресепшн для того, чтобы пациент, ожидая приема доктора, мог ознакомиться с видами гигиенических мероприятий, с видами гигиенических процедур и с различными средствами гигиены. После сдачи работы, либо же доктор-ортопед должен провести просветительскую работу с пациентом по уходу за протезами и в дальнейшем за полостью рта, либо же отдельный гигиенист может это делать, либо отдельно обученный сотрудник. Методами индивидуальной гигиены полости рта являются чистка зубов и полоскание рта. Механическое удаление зубных отложений осуществляется с помощью зубной щетки. Зубная щетка должна быть индивидуальной для каждого человека. Срок эксплуатации щетки в среднем от 1 до 3 месяцев. Пока не наступит деформация пучков щетины, ждать не стоит. У одних щеток наступает, у других не наступает. Нужно четко для себя укладывать. Через месяц или через 3 проводить замену зубной щетки. Зубная щетка служит для механической чистки поверхности зубов. Для межзубных пространств при наличии шин, при наличии спайных коронок рекомендовано использование суперфлоса, представляющую собой нить, состоящую из 3 частей. Первая часть суперфлоса – это твердое волокно для проведения нити через придесневую часть межзубного промежутка. Вторая часть – рыхлая и толстая для очищения межзубных промежутков. Третья часть – это традиционный флос. Все вкупе это называется суперфлос. Также для этой цели применяют зубочистки, деревянные или пластмассовые. Ирригаторы для полости рта. Прибор, в котором пульсирующая струя воды под давлением от 2 до 10 атмосфер через наконечник, пульсируя, вымывает все из межзубных промежутков. Давление создается компрессорами. К воде добавляются лекарственные вещества. Что за лекарственные вещества? Это не что иное, как ополаскиватели для полости рта. Ну, однозначно рекомендуется в ирригаторы заправлять подготовленную воду, так, не из-под крана. И также для ирригаторов противопоказано использование различных отваров трав. Почему? Потому что взвесь и муть, которая образуется в этом случае, она просто-напросто забивает компрессора, и этот ирригатор приходит в негодность. Поэтому самое оптимальное – это использование ополаскивателей. Не обязательно использование ополаскивателей каждый день, далеко не обязательно, так, но раз в неделю использование ополаскивателей рекомендуется. С помощью ирригаторов удаляют мягкий зубной налет и остатки пищи, особенно с участков, недоступных для обычных средств гигиены полости рта. Между зубами, под съемными и несъемными протезами, а также брекетами. Одновременно массаж десен улучшает местное кровообращение в них, стимулирует защитные силы пародонта. Кроме того, для повышения активности гемодинамических процессов в межзубной десне используются зубные стимуляторы, которые имеют коническую заостренную конфигурацию и изготавливаются из пластмассы либо портной резины. Применяются
после снятия надо или после семерых зубных отложений. Далее, существуют специальные межзубные щетки, зубные ёршики, которые осуществляют механическое очищение зоны риска. Зона риска в данном случае – это межзубной промежуток. Они выпускаются в различных формах, свободно проникают между зубов и путем возвратно-поступательных движений очищают эту зону. Химическое очищение зубов от налета проводится с помощью зубной пасты. В настоящее время ведущие мировые производители зубных паст привлекают к созданию новых видов не только технологов, дизайнеров, инженеров, но и стоматологов с тем, чтобы пасты максимально соответствовали потребностям населения. В зависимости от конкретных стоматологических ситуаций. Зубная паста – это сложносоставная система, в формировании которой участвует очень много компонентов. При наличии в полости рта несъемных и съемных ортопедических конструкций уход за искусственными и естественными зубами имеет свои особенности. При наличии несъемных конструкций следует проводить ежедневную двухразовую чистку зубов с помощью индивидуально подобранной зубной щетки и пасты утром и вечером в течение 3,5-4-5 минут, а также после каждого приема пищи в течение 1-2 минут. Однозначная рекомендация для всех пациентов – это приобрести песочные часы на 3 или 5 минут, если имеются импланты, если имеются брекеты, однозначно 5 минут. Да, а так 3-5 минут. И прямо перед собой ставить, переворачивать и выполнять чистку зубов, пока не упадет последняя песчинка. Рекомендовано применение зубной щетки с многоуровневым щетинным полем, силовым выступом, активным углублением, щетиной средней степени жесткости и индикации степени износа. Ну, что это такое? Силовой выступ – это именно выступающая часть в самом начале щетины, которая позволяет хорошо увеличать область ретромолярного пространства за задней поверхностью моляров. Активное углубление – это тоже понятно, это в средней части щетки выстриженная щетина. Индикация степени износа – тоже может быть изменение цвета щетины. Наиболее приемлемой пастой является паста средней степени абразивности, обладающая мягкими противовоспалительными, вяжущими и антимикробными свойствами. Пасты должны быть умеренной пенистости – и обладать хорошими дезодорирующими свойствами. Из дополнительных средств гигиены следует использовать ополаскиватели, обладающие противокариозными, противовоспалительными, антимикробным, вяжущим, дезодорирующим действием. Также флосы для очищения межзубных промежутков естественных зубов и межзубных промежутков зубов, покрытых искусственными коронками. Суперфлосы для очистки промывного пространства и удаления налета с внутренней поверхности тела протеза. Это мы говорили о уходе за несъемными видами конструкций. Теперь поговорим о рекомендациях и об уходе в случае изготовления съемных протезов. Что касается съемного протезирования, рекомендации должны быть следующие, и манипуляции в кресле должны быть следующие. Нужно изначально научить пациента одевать, снимать протез непосредственно, пока он находится в кресле. Объяснить пациенту, что в течение 2 месяцев происходит привыкание к съемным видам протезирования,
что будут субъективные факторы, которые будут вызывать болевые ощущения, и в данном случае необходимо приходить на коррекцию данных протезов. А что касается ухода за протезами. Для максимально долгого и удобного использования ортопедической конструкции следует соблюдать следующие гигиенические правила. Съемный протез после каждого приема пищи следует вынимать из полости рта и тщательно промывать с мылом и щеткой. Можно под проточной водой с мылом, можно с помощью зубной пасты, неабразивной. Протез должен быть постоянно чистым. Можно использовать очистительные таблетки в соответствии с инструкцией по применению. То есть это те самые таблетки по уходу за съемными протезами, которые растворяются в воде, и после механической обработки протез опускается туда для обеззараживания, для проведения дезодорирующих мероприятий. Что касаемо хранения протеза, нужно пациента научить в первой неделю, там, полторы недели, две недели, спать с протезами. В этом случае адаптация к протезу происходит довольно быстро. Далее, в последующем, пациент пусть выбирает сам. Либо же он, уже адаптировавшись к протезу, либо он с протезом спит, либо спит без протеза. Если спит с протезом, то перед тем, как его зафиксировать, однозначно провести все гигиенические мероприятия, о которых говорили. Если же протез снимается, то он должен храниться во влажной среде. То есть после всей обработки во влажную салфетку аккуратно закрывает и оставляет. Значит, по уходу за съемными протезами мы здесь сказали о таблетках по уходу, о том, что существуют щетки отдельные, о том, но не сказали еще про ультразвуковые ванночки. Вот этот вот раствор, который приготавливается из таблетки по уходу за съемными протезами, можно наливать в ультразвуковую ванночку, такую портативную специальную, и туда этот протез опускать на 15-20 минут. После чего вынимают, протирают и во влажную салфетку заворачивают. Так. Итого, в этой теме мы сказали о уходе, динамическом наблюдении после ортопедического, после ортопедической реабилитации. Значит, что касается, вот упустил этот момент, что касается перебазировок протеза. Существует такое правило, что впервые изготовленный съемный протез через 6 месяцев первый раз нужно перебазировать, выполнить его перебазировку. А в последующем перебазировка рекомендуется один раз в год. Это что касается съемного протезирования. Значит, что касается динамического наблюдения после изготовления несъемных конструкций, здесь мы отмечаем, что два раза в год визит к стоматологу, это профилактические чистки, и один раз в год, если нет необходимости какой-то для проведения компьютерной томографии, один раз в год провести сделать ортопантомограмму, либо прицельный снимок, если же там в области имплантов или в области мастовидных протезов. Вот таким образом. На этом эту тему можно закончить. Спасибо за внимание. Всего доброго.